Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Близина. Здравствуйте. Угроза экспорту кировской древесины ушла. Россельхознадзор подтвердил, что обеззараживать продукцию при поставках в Китай с 1 октября не обязательно. Ранее ведомство сообщало о требовании китайской стороны проводить фитосанитарное обеззараживание сырья вплоть до следующей весны. Поставщикам пришлось бы совершить миллионные вложения в строительство специальных амбаров. При этом официальных документов от китайских партнеров об обеззараживании у бизнеса не было. Внести ясность пытались многие, в том числе подключилась ВТПП и вышла на Федеральную торгово-промышленную палату с просьбой сформулировать единую позицию. В результате регионам сообщили, что требования по обязательному обеззараживанию сырья снимаются, говорит президент ВТПП Андрей Усенко. Как уточняют бизнес-новости в Кирове, сохраняются такие требования только на летний период, когда сложностей с обеззараживанием не возникает. Программа «Экономика». В МФЦ можно оформить садовый домик как жилье. В центрах «Мои документы» города Кирова появилась такая услуга. Она доступна собственникам домов и их представителям, если строение расположено на территории муниципального образования город Киров. От заявителя потребуется пакет документов. Список можно узнать в МФЦ. Их направят в департамент муниципальной собственности администрации города Кирова. Срок рассмотрения до 45 дней. Затем будет принято решение признания садового дома жилым и жилого дома садовым или решение об отказе. Если дом признают жилым, это даст возможность зарегистрировать свое проживание в нем. Экономика на 101 FM. В Кирове пройдет выставка старинных денег. Ее проводит Краеведческий музей и Банк России к 160-летию банка. С 14 октября до 8 ноября в главном здании музея можно будет познакомиться с историей российских денег с середины 16 века и до наших дней. Увидеть старинные купюры и монеты, редкие книги 19 века по нумизматике, клад первой четверти 20 века. Возрастное ограничение 0+. Экономика. Завершение о валютах. Доллар на сегодня 77 рублей 2 копейки, евро 91 рубль ровно. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.